Собрался силами немножко снять нашего объекта. Вот. Значит, объект примерно в целом 2000 квадратов. Материал SSID, Уралмат, РР-32 коричневый, марки FAB. В одном ролике я уже говорил, чем они различаются. Их 4 вида марок по разной своей специфике, скажем, жесткий, мягкий такой. Значит, на этом объекте в качестве разделительного слоя между обрешеткой и металлом служит мембрана Delta Fox Plus.
Эта мембрана больше всего мне нравится из всех, что я на своем опыте встречал. Вот. В качестве мембраны под контрабрусом, диффузия тоже, служит Delta Max Plus. То есть, ну, очень хорошие пленки, которые очень долго служат. Вот. Вот там у нас хозблок. Там холодный чердак. Вот, разделительный слой тоже Delta Fox. Вот. Там порядка 500 квадратов. Вот. Надстенный желоб, если вы заметили, сразу у нас везде находится. Обрешетка струганная, калиброванная. Идеальный вариант. Вот. Покажу вот линдову. Значит, лист 1,25 м пополам. Вот. Сделана через рейку подводка. От рейки, от подводки до водного фальца 30 сантиметров. Вот. В зоне клепок. Кстати, клепки глухие. Не обычные, ну, для вентиляции, а глухие именно клепки. Они герметичные. Плюс здесь гель. Специальный фальцгель. Называется Runatex. Во всех фальцах внутри, в этих местах, везде находится гель. Вот. То есть гарантии, не знаю, пожизненно, можно сказать. Вот. Пока металл сам по себе не сгниет от старости, здесь, я уверен, ничего не потекет. Вот. Здесь будут мансардные окна стоять, люксовские. Здесь три. Там одно большое будет окно. И здесь, по-моему, один или два. Этот скат зеркальный этому будет. Вот. Ну, работы не так много осталось, скажем так. И что еще? Ну, здесь у нас кровля бассейна. Вот. Ничего сложного. Двускатная кровля. Вот. Так что вот так вот. Ну, ничего не интересного. Кровля и кровля. Ну, в моем понимании, фальцевая и фальцевая. Просто сделано профессионально. Себя не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Вот. Ну, интересный такой объект. Вот. Наверное, вопрос, почему так долго не выкладывал в ролике. Потому что предыдущие объекты, вернее, их заказчики, попросили не публиковать. Поэтому и не было. Вот. И, ну, скажу сразу заранее, у нас еще один объект параллельно идет. Вот. Там тоже интересный. Там цвет зеленый. Тоже скоро сделаю по нему видеоотчет. Но кто подписан на Instagram, на Facebook, там все это есть в фотографиях, даже, может, и видео есть, не помню. Вот, поэтому какая-то информация более детальная, наверное, там вы больше найдете в Инстаграме или в Фейсбуке, чем на Ютубе. Честно говоря, немного лень стало с этим Ютубом заниматься, да и некогда, утром уезжаешь, вот, вечером приезжаешь, уставший. Неохота даже чем-то заниматься. Вот. Но так как впереди два выходных, день рождения у меня 3 августа, поэтому будет время, может, заняться. Так что вот так вот. Ну и ждите
ждите тоже интересный видеоотсчет. Скоро будет, может, через недельку, может, раньше, по поводу следующего объекта. Пару фоток, может, вставлю в этот ролик. Замануху такую сделаю. Ну и задавайте вопросы, может, я и как бы почитаю и в видео, или в комментариях, или в видео я отвечу на ваши вопросы. Вот, надо сделать в следующем ролике, где зеленая крыша будет, я там более детально расскажу вам о мембранах. Вот. И по что-нибудь еще. Ну, что спросите, то и расскажу. Ну, все, до скорых встреч. До свидания.